Здравствуйте, уважаемые зрители канала Taurus Gaming Revival. С вами я, Гремлин Серж, и мы с вами начинаем играть Final Fantasy 4. Уже получается 20-я серия, и ждет нас еще много-много интересных серий. Ну а сейчас мы вроде как должны отправиться вот сюда. Что это, я представления не имею, но должны типа отправиться сюда. Вау. Воу. Полегче. О, началось. Как ты быстро их вызвала-то? А, чё-то я слишком низко опустил, да? Запись. Теперь лучше, а то чё-то смотрю, неправильно картинка выглядит. Вырез. Так, подняться мы можем. Окей. Да, вы гоните. Давай войну. Бесящие враги на самом-то деле, получается, достаточно скучно. В этот раз она ждала, ёлки-палки, тысячу лет. Ну ладно, смысла мочить их ифритом нету, они слабые. Туда мы не пройдем, и смысла нету, в принципе. Окей. Жизнь! Да пребудет с нами жизнь. Дверь-ловушка! Воу! Хорошо! Просто замечательно на самом деле выглядит. Что она с нашим Эджи сделала? Монстр, покажись! Ой, ладно, бей просто так. Это было что-то странно. Огненных стрел нашли. Так. Вещи.
А то лежат эти три лечения первого уровня. И смысл, что они лежат у меня. Вот лучше давайте на их место поставим. Ну и окей. Здесь у нас лут. Лут у нас здесь длинный. Поезд магазинный. Так, вещи. О, у нас уже такой меч есть. Так, ну ладушки. Отправляемся наверх. Ну, наверх именно. Ладно. Так, вроде ничего нету, вариантов никаких. И, конечно же, у нас здесь... Дверь-ловушка. Убийство. Просто моментальное убийство. Почему бы и нет? Мы справились, но что-то количество урона от Кайна мне очень сильно расстраивает, правда. Лечение 4 изучено, и опять поднимай Рудио. Ой, вещи. Окей. И здесь у нас опять куча дверей. Так, лечение 2 нашли. Эфир. Чё-то у меня есть подозрение, что идти нам нужно вон туда вниз. Поэтому мы сразимся с дверью врата зла. Ой, господи. Так себе на самом деле. Ну сейчас этого-то мы быстро разберем. Отлично. Просто замечательно. А самое главное, на него пузырьков нужно столько, что просто закачаться. Ну, я не знаю, зачем я его лечу, потому что у нас здесь еще одна дверь-монстр. Thank you.
Каин, пожалуйста, упрыгни. Упрыгнул. Чё ж ты так быстро-то всё это делаешь? Давайте, скажите мне, что там тоже пустая комната. Да, здесь тоже пустая комната. Ха-ха-ха-ха! Смешно же! Весело же! Смейтесь, 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 ребята! Две пустых комнаты! И монстр, который убивает твоего персонажа моментально. Хо-хо-хо-хо-хо! Окей, окей. Так, уровень второй у нас. Окей, нужно следить, по какой лезешь, потому что можешь рухнуть. Мы нашли жизнь, пополнили. Опять куча дверей. И знаете, что-то в этот раз мне не хочется с ними связываться в этот раз. Да, у нее стрелы закончились. А значит, самое время что-нибудь веселенькое. Так. Так, давайте вот так одеть. Роза. Какие стрелы мы тебе отдадим? Обаяние, медузы, белые... Ледяные, молчание. Вот, давайте огненные. Коль у нас тут такое подземелье. Но, кстати, оно достаточно легкое, я бы сказал бы.
Я бы сказал, даже слишком легкая. Ну что, поехали? Ладно, так и быть. Ой, ну это же вообще изи. Маленькая летучая мразь не хочет сдаваться. Так, ну поехали. За них очень много всего дают, жирные ребята. О, здесь спуск. И дайте я догадаюсь, это спуск на уровень. Нет, ни на какой не на уровень. Лечение 2, жизнь. Вот этот... А вот это вот уровень 3 уже. Но мы пока что не сюда. Да грёбаный вампир, когда ты, мать его, сдохнешь уже? Так, самое время лечиться. Повышать статистики я пока что не вижу смысл, потому что если убьет, то убьет сразу.
А вот это уже обидненько. Так, вещи. Раз. Два. Так. Просто немножечко подымем до 1000. Чтобы, если вдруг мы сталкивались с каким монстром, было не так обидно. Пустая комната. Так, мы спуск вниз на 3-й уровень уже нашли. А значится, самое время. Воу-воу-воу. За двери просто такую здоровенную кучу опыта отсыпает, что если даже я и не хочу сильно с этим связываться, а надо. А надо. Так, окей. Окейушки, окейушки, окейушки. Пошлите взламывать двери, и потом же там мы еще по одному тросу не спускались. Вон по тому. Ну вы поняли. Вот так вот, ладушки. Ладушки, а ладушки. Еще бы я бы, конечно же, все-таки сэкспериментировал бы и спустился бы по этому оборванному тросу, но да ладно. Отлично. Как минимум напихали знатно. Два сундука. Уже не зря, уже не зря. И мы нашли шлем ниндзя. Так. Погнали дальше. Двери ловушки.
видите, 7000 опыта. Если он призвал Мантикору, то мы получаем аж 10. Так что это неплохо так качает наших персонажей. Ой, господи. Знаете что? Давайте save state. Просто хочу узнать, что будет. А ничего. Просто-напросто ничего. А вот это уже не весело, что она уже второй раз у нас не будет получать опыта. Ей бы не помешало бы. Ну ладно, тут все равно сплошная рулетка и ничего путного от нее получить нельзя. Кого дверь рандомом выбрала, тот и не получает опыта. Пусто. Бей просто чокобом. Да он дикий на самом-то деле. Ну что, следующая дверь.
напихали знатно двери. А у нас жизни у нашего гребаного паладина нету. Просто я ж не всегда смогу пользоваться этими. Нужно оставить несколько пузырьков на тот случай, если вдруг Роза скончается. Потому что она-то сможет поднять всех. Опять Роза. Да, лучше призываем Антикору, она не такая дикая. Тоже пусто. Ну все, вроде с дверьми пока что закончено. У нас уже два персонажа, которые перевалили за 1000. Ну окей, я не помню, в ту дверь я заходил или нет. Дура. Здесь пополнили запасы жизни. Ну, неплохо так, неплохо. Прокачались на самом деле достаточно хорошо. Вот и Рудия у нас прокачалась. Все просто замечательно. Замечательно. Зато следующим путникам, которые здесь будут шляться, мы пооткрывали все двери. Я не знаю, зачем я сейчас тратил опять пузырьки, если здесь я мог бы добежать до места отдыха. Но да ладно. Так, сейчас проверим. Нет, я сюда не заходил. Меч света мы с вами получили. Хо-хо-хо-хо-хо. У тебя меч защиты, молодой человек. И это 126. Ну так себе. Но может быть. А ты у нас, наверное... Этот меч, да, не можешь носить. А Эджи? Нет, не может. Грустненько. Ненужный меч такой оказался. Так, ну тогда давайте сваливать уже отсюда. Вероятнее все еще пару раз столкнемся с вампирами. Нет, здесь мега-наги.
который ни хрена не мега. А омега. Ха-ха-ха-ха-ха. Омешки. Мамкины двачера. Ну и все, теперь уже можно и на третий этаж. Я уже и не помню, зачем мне сюда нужно вообще. По факту я не помню реально. Блин, я думал, что дверь замкнулась, и она стала теперь ловушкой. Еще одна жизнь, они, наверное, знали, что найдется идиот, который с каждой дверью решит потягаться. Любопытно, любопытно. Так, и что здесь у нас? Здесь у нас место отдыха. Хорошо, воспользуемся так. Уровень 4. Запомним, конечно же, но под... Нет! Нет, дурочка моя! Так, если там уровень 4, то что же здесь у нас? Дверь-ловушка, конечно же. В этот раз у нас решила принять на себя удар. Опять Руди. Ну да, понятно и пень, что здесь пустая комната. Так, давайте Рудию поднимем. Давайте уж, наверное, магией это делать. А подлечит ее Сержио. Ладушки, но не сюда я хотел, а вот сюда. Мне ж мало дверей, ловушек. Ну и давайте надеяться, что это последняя дверь-ловушка. Опять Роза, да задолбала ты. Задолбала. Вот для таких случаев несколько пузырьков жизни мне и нужно держать. Ох, ее отхиливать-то. А, все. Так, там ничего, так что можем сваливать все спокойненько.
И опять я... Ну ладно, я не хотел рисковать, поэтому... Не будем тратить тенды. Уровень 4. Чё-то всё это выглядит как последний этаж. Ну да, походу. Ну окей, чё там у нас ещё опять с характеристиками? Ну, в принципе, все здоровы. Манны у всех предостаточно. Просто я думаю, мы столкнемся с какой-нибудь лютой дрянью, которая нас размажет по стенке. Еще одна дверь-ловушка. Опять роза. У вас там по связи между дверьми нету информации о том, что, наверное, нужно сильных сливать. Нет? Ну окей, если вам так нравится, не буду вам мешать. О-о-о! Такое ощущение, куда, когда я выбираю чокобо, у нас автоматически выдается железный ген. О, магия, вещи, жизнь. Магия. Лечение. Зал кристалла. Мы сюда за последним кристаллом топали, да? Найден кристалл тьмы. И неужели ничего больше? Никаких монстров, никаких голбизов, никаких рук, никаких кукол. Так, а у нас есть какое-нибудь заклинание, которое выведет нас отсюда? Но ясный пень нет. Потому что у нас тут должна быть ключевая сцена. Стена! Она движется! Они устроили здесь ловушку, чтобы затащить кристалл. Тогда уничтожим ее. Стена зла! Может, мне начнут давать уже бить? Она же, мать его, приближается.
Давайте меч света вонзим в стену зла. У меня же здесь где-то длинный меч был. Отлично, стрелы закончились вовремя. Босс отличный, босс на самом деле великолепный. Что тут еще ненужное выкинем? А вот давайте мстителя. Плевать мне уже на мечи на эти. Это весело. Восемь тысяч золота, 4 опыта. Вот и все, легкая работа. И это реально все? Не думаю. Ой, как не думаю, что это. Все. Что за заклинание выход и почему я не могу им пользоваться? Бесит. Ну ладно, подземелье на самом деле не настолько короткое. Точнее, не настолько длинное. Если знаешь, куда идти и не шароёбишься. О, по всем углам, то оно быстрое. Так что сейчас быстренько выскочим и... Но я думаю, нас на входе еще кто-то будет ждать. Вот по-любому. По-любому нас там будет уже поджидать какой-нибудь мега-супер-злобный враг. Типа, мы настолько ленивые, что мы даже спускаться за вами в подземелье не будем. Все равно вам рано или поздно из него выходить, поэтому мы вам сломаем шею на выходе. Ой, лень мне уже. Мы неплохо прокачались в этом подземелье. Так что я думаю, какую-нибудь жалкую нагу и... Точно! Одеть. Роза. Ой, стрелялка наша. Давайте света. Пускай Роза стреляет светом. Так. Но они непонятливые, да? Вообще понимать ничего не хотят. Отлично вообще, замечательно. Сквозь стену я прошел в дверь.
Их вообще, он меня даже Роза одним ударом убивает, если мне память не изменяет. Но неплохое такое подземелье, мне понравилось. Но вот вопрос другой, куда теперь? Что делать? Как быть? Надоедливые. Или вам нужна была 1000, и вы не знали, как ее намутить. Так, это вроде даже выход. Да, это выход. Что? Каин! Вернись ко мне, Каин! Принеси мне кристалл! Голбис? Каин, приди в себя. Я... все в порядке, контроль исчез. Че? Кристалл тьмы украден. Ты негодяй! Каин, что ты делаешь? Я ждал этого момента. Теперь башня Бабел будет реактивирована. Лунный путь откроется. Идем, Каин. Ну же, Каин, очнись. Все кристаллы собраны. Лунный путь открыт. Подожди. Ха-ха-ха-ха. Каин, о мой. И куда теперь? Давайте. Мы всем приносим только плохие новости. Мы мега-супер-крутые герои, но полнейшие неудачники. С возвращением, а где же... Боюсь я... Что? Голбис собрал все кристаллы? Теперь все кончено. Если только не исполнится легенда о Большом Ките. Большой Кит? Огромное судно из легенды. Вот ее слова. Одни рождены от... Легенда Мусидии. Вы знаете о Мусидии? Там живут маги из Верхнего Мира. Мусидия существует. Элдор, верховный маг Мусидии, сейчас желает в своей башне. Может, сейчас живет в своей башне. И не удивлюсь, если он намеревается вызвать Большого Кита. Мы должны спешить в Мусидию, но путь в Верхний Мир закрыт. И мы не можем идти через башню Бабел. Думаю, что я смогу решить эту загадку. Сид. К голове сокола нужно прикрепить бур. С ним он сможет рыть землю. Но ты ранен. Это не важно. А ты сможешь это сделать? Ты не знаешь, с кем говоришь. Я Сид, великий инженер воздушных кораблей. Ладно, теперь за работу. Ха-ха-ха.
Сид! Сид, тебе нельзя было так много работать. Мой срок близок. Кажется, многое мне уже не по силам. Снимаю перед тобой шляпу. То-то. Сережа и Роза, пригляди за ними. Не волнуйся и отдохни. Береги себя. Ты тоже. Идите же, не тратьте ценное время на старика. Спасибо, Сид. Так, ну и все. Типа все. Ну давайте на этом уже закончим серию. С вами был Гремлин Серж. Если вам понравилась эта серия, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и, конечно же, подписываемся на Taurus Gaming Revival. Ну а я вам говорю до свидания.